Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Внутренние силы духа и оптимизм этого имени вдохновляют окружающих и побуждают их к деятельности. Астрологи рекомендуют этим людям научиться планировать свои дела, чтобы не оставаться в бедственном положении из-за очередного азартного приключения. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Главное для таких людей помнить, что Солнце, безусловно, центр нашей Солнечной системы, но отнюдь не центр Вселенной. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Обладатели буквы «П» в имени смелые, настойчивые, эмоционально реагирующие на все происходящее люди. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. В любви чаще всего выбирают одного партнера на всю жизнь, но с трудом могут сохранить семью, если им приходится разделять бытовые трудности. Всем, чего владелец этого имени достиг в жизни, обязан исключительно себе. Такие люди всегда стремятся быть самостоятельными и независимыми. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.